дня. Сегодня мы поговорим об одном из самых сильных антиоксидантов, который замедляет старение. Имя ему глутатион. Глутатион также помогает нашему организму бороться с такими заболеваниями, как атеросклероз, гепатит и рак. Поэтому важно знать, как восполнить его дефицит. И об этом мы с вами будем говорить сегодня. Лана, что когда-нибудь вы слышали что-нибудь о глутатионе? Нет, никогда. Я тоже вот в замешательстве. Никогда. Я думаю, что Сергей нам расскажет, в чем же огромная польза, поскольку он расклеил по всей студии первомайские лозунги. Как вы понимаете, у нас сегодня вроде зима, но первомай. Это все потому, что глутатион нам очень нужен. Как вы думаете, зачем? Вообще-то, я думаю, может быть, это вкусно? Нет. Нет. Значит, полезно. Точно. На самом деле, глутатион связывает и выводит из нашего организма огромное количество вредных веществ. Когда глутатиона мало, и веществ этих выводится тоже мало. А что это за вещества? Канцерогены, Сергей? Это различные свободные радикалы, канцерогены и другие вещества, которые повреждают наши клетки. Угу. Глутатион как магнит. Он эти вещества к себе притянул и вывел из организма. Но глутатиона было мало, и поэтому веществ он этих вывел тоже мало. А вот если в организме человека глутатиона много, так, он работает как огромный такой магнит. Сейчас начнутся какие-то чудеса. Слушайте, у меня такая была у ребенка игрушка. Рыбок ловили. О, вот урожай вредных веществ, которые собирают большое количество глутатиона. И естественно, что организм при этом чувствует себя значительно лучше. То есть я понимаю, чем больше мы потребляем глутатиона, тем лучше для нашего организма, тем замедляет старение. Совершенно верно. А дефицит глутатиона, в свою очередь, чреват развитием таких заболеваний, как атеросклероз, онкологические заболевания, болезни печени и раннее старение. Светлана, а как вы... Я теперь понимаю, почему меня пригласили. Кстати, пригласили мы вас не напрасно. Мы взяли вашу фотографию, обработали ее компьютерной программой, которая показывает темпы старения. Посмотрите внимательно на экран, и сейчас вы увидите, как вы будете стареть и как вы будете выглядеть 60 лет, если глутатиона в вашем организме будет достаточно. В принципе, неплохо. Да, 60 лет совсем даже неплохо. А теперь давайте посмотрим, что же будет, если будет дефицит глутатиона. Это мне меньше нравится, на самом деле. Да, мне тоже. То есть так будет, если будет меньше глутатиона, да, Сергей? Разница весьма наглядна, и это веский довод к тому, чтобы следить за тем, какой уровень глутатиона, и стараться его поддерживать. Друзья, мы сегодня с вами познакомились с таким важным антиоксидантом, как глутатион. Запомните, он замедляет старение. Это была рубрика «Продукт дня». Сюда. Те, кто знает, о чем идет речь, представлять не надо. Но для тех, кто пришел впервые, я хочу представить молодую женщину, красавицу, трижды лауреата премии, международных премий молодых хирургов, лор-хирургов. Она прошла обучение в Европе, в Греции, Бельгии. Также она член президентского клуба. 6 лет она работает в области гелиоцептики, мать, жена, строит бизнес вместе со своим супругом. Это Мария Луговских. Региональный директор. Да, это региональный директор из Челябинска. Доброе утро, Москва! Доброе утро всем! Спасибо за такой теплый прием. У нас вот здесь есть места, убирайте пакетики, пусть люди зайдут, сядут. Убирайте пакетики, кто стоит сегодня, это вежливо, просто по отношению к тем, кто сегодня уже здесь, чтобы люди могли сесть, проходите, кто-нибудь садитесь на эти свободные места. Вам будет легче так воспринимать информацию, и то, что вы сегодня услышите, это действительно сенсационные вещи, потому что когда впервые я услышала о продукте «Глутатион», это было из уст Рэнди Гейджа в апреле прошлого года. Он сказал, что появится такой продукт, который нужен каждому, кто умеет дышать. Итак, сегодня мы поговорим больше о глутатионе, но хочется начать свою лекцию, чтобы вы поняли вообще, почему каждому человеку важно следить за своим здоровьем, каковы сегодня вот аспекты этого. Итак, мы видим, что продолжительность жизни в Японии, в Европе, она намного выше, чем в России.
И люди могут сказать, ну что нам эти общие показатели, да? Но если мы с вами проанализируем, что делают люди в этих странах, то они ведут, скажем так, более здоровый образ жизни. И первое, что прививается с детства в этих семьях, это употребление биологически активных веществ, да? Витамины, минералы, аминокислоты – это нормальный образ жизни людей. У нас, к сожалению, Россия сегодня стоит на 129-м месте по последним данным по продолжительности жизни. И если смотреть так в глобальном масштабе, да, мы отстаем очень сильно в этом плане. Но я занимаюсь компанией, продукцией компании Agile, и я думаю, что многие люди, кто здесь, не потому что это даже вот так масштабно, потому что в первую очередь это здоровье нашей семьи, правильно? Наших близких, тех людей, кто нам дорог, те люди, которые хотят, чтобы мы жили дольше, для кого мы важны, для кому мы нужны, наши дети, да, вот я сейчас, меня спрашивают, почему ты в таком молодом возрасте и столько много говоришь о здоровом питании, о здоровом образе жизни, занимаешься, ходишь на фитнес, я говорю, позвольте, у меня маленькие дети у меня маленькие дети, и мне важно, чтобы у моих родителей была мама, правильно? То есть я занимаюсь своим здоровьем, потому что это мое здоровье, и мне хочется нести свою пользу для своих детей, быть благодарным за то, что сделали для меня мои родители, и радоваться всем вместе, собираться по праздникам, да, вместе. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас понимал, почему мы сегодня говорим о здоровье. Что здоровье даст именно вам? Вот это вот услышьте, пожалуйста. Но если посмотреть, у большинства людей есть сегодня стереотип. Когда я заболею, я пойду к врачу, и там меня вылечат, правильно? Врач мне поможет. Есть отдельные темы, концепция здоровья, где мы говорим более детально об этих вещах. Я вам хочу показать принципиальную разницу. Что делают у нас с вами лекарственные препараты? Вот человек заболел, что делает лекарство с нашим организмом? Одно лечит, другое губит. Это тоже верно, но вот в принципе его общее направление убрать симптом. Симптом убрать, да, вот у вас воспаление, нужно закрыть это воспаление, нейтрализовать его, убрать из организма. Дает ли это нам какую-то поддержку для наших клеток, чтобы организм хорошо сам работал? Нет, да? Другие лекарства могут иметь, допустим, противовирусное действие, блокировать вирус, но при этом, если поражена печень, можем ли мы помочь печени восстановиться за счет того, чтобы клеточки напитать, очистить? Нет. Эту функцию у нас с вами выполняет функциональное клеточное питание. И сегодня лучшим из этого направления является функциональное клеточное питание Agile. Мы очищаем клетку с помощью этого продукта, мы питаем клетку, мы восстанавливаем естественные процессы регенерации в организме, и тем самым наши органы и ткани могут обновляться. Понимаете, какая важная задача стоит перед функциональным питанием? Мы с вами восстанавливаем свой организм изнутри, очищаем клетки, кормим их, и тем самым клетки начинают работать более правильно. И почему я выбрала компанию Agile? Мне очень близко то понятие, которое дает президент компании Agile. У них особенная миссия. Миссия Agile состоит в том, чтобы помогать каждому человеку достичь качественно нового уровня здоровья, личной свободы, финансового успеха, делясь этой прекрасной возможностью с другими людьми. И когда мы в декабре месяце 2012 года на мероприятии в Москве услышали слова человека, который создает продукт Agile, я тоже была тронута до глубины души. Джо Роквуд, человек, который стоит во главе научно-медицинского совета компании Agile, это целый штат сотрудников, научных работников, людей, которые из медицинских наук теоретических, биохимия, фармакология, из клинических, тех, кто действительно работает в клиниках, ведя пациентов, он заявил такую интересную вещь. Прежде чем создать какой-то продукт, мы смотрим сначала на цель, какую мы достигнем цель в организме человека. Допустим, мы хотим создать хороший продукт для работы сердечно-сосудистой системы. Мы анализируем, что сегодня есть самого эффективного, наработанного во всем мире для того, чтобы поддерживать сердце. Выбираем лучшие формулы, смотрим, как они соединяются и работают вместе. Получаем эффект, умноженный в несколько раз, потому что работа веществ получается как в приумноженном таком, более сильном варианте. И потом это все помещаем в гелевую матрицу. Гелевая матрица представляет собой пищевые волокна, вытащенные из растений. И вот такая трехмерная объемная структура, в которую можно поместить, как в природе все у нас с вами устроено.
полезные ингредиенты. И вот эта вот матрица позволяет съесть большое количество ингредиентов. Это очень важно понять, для того, чтобы понять, какой ноу-хау сегодня, какую инновацию выпустила компания Agile. То есть вот продукция Agile соединяет в себе сразу каждый пакетик он уникален, он несет себе в пользу сразу большого количества фруктов, ягод, трав, различных полезных ингредиентов. Итак, давайте посмотрим в общем и перейдем уже конкретно к глутатиону. Что у нас с вами, какие попытки делали ученые разных стран мира, чтобы помочь нашему организму напитаться, очиститься, восстановиться? Первое, что на рынке появились, это таблетки и капсулы и порошки. Да? Но если посмотреть на эти формы, в каждую таблетку можно было поместить несколько ингредиентов. 1-2, больше никак не совмещалось. Это как раньше на пластинку можно было сколько песен записать? 5-7 песен, да? Потом появились у нас с вами кассеты, и можно было на кассету сколько песен записать? Много. 40. Штук 30. Много по сравнению с дисками, с кассетами. Но на самом деле все равно там получалось сделать 20-30 песен, да? Сейчас у нас с вами флешки после дисков пришли. На флешках уже можно сколько? Более 1000 сделать, да? Вот этот прогресс, эволюцию невозможно остановить. Как у меня папочка говорит, эволюцию надо возглавить. Революцию надо возглавить. Вот. И мы помещаем большое количество в один пакетик. Вот, допустим, здесь на картинке продукт Экзо, он содержит 2,5 килограмма фруктов. В одном маленьком пакетике вытяжка из 2,5 килограмм фруктов. Замечательно. И если посмотреть по эффективности, каждый из этих уже новых поколений продуктов все выше и выше и выше. И гелевая форма за счет своей вот такой природной, естественной красоты, да, вот этой молекулы, получается 98-99%. Этот продукт полюбился всем. И мужчинам, и женщинам, и детям. То есть действительно это продукт, который имеет огромное будущее. Сделаем, как будто мы прилетели через 30 лет вперед и посмотрим будущее. Как вы думаете, через 30 лет будут таблетки, капсулы? Нет. Не будет. То есть люди будут переходить на то, что просто, удобно, вкусно, комфортно, эффективно. И это наш с вами любимый продукт. То есть, подводя итог, сохранность, эффективность и усвояемость здесь идут на высоте по сравнению со всем тем, что есть. И, конечно, здесь есть большая линейка продукции, но сегодня мы хотим вам показать тот продукт, который уже многие из вас получили. Но мы очень ждали очень долго вот этих исследований, поэтому сейчас я не могу о них не сказать. Официальные данные компании Agile и то, что мы сегодня получили по усвояемости нашего продукта. Вот эти данные предоставила клиника Mayo. В 2011 году в США, эта клиника находится в Калифорнии, проводились исследования просто на жирорастворимых витаминах. Брался продукт омега-3, капсулированная форма, и, как сказал Джоэл Роквуд, брали просто в гелевой форме омегу-3, не в суспензированном геле. И увидели усвоение, что даже уже вот через 8 часов мы видим, насколько эффективнее усваивается гелевая форма. Хочу, чтобы вы правильно понимали, что такое может быть гель и разница с суспензированным гелем. Кто любит кисель варить дома? Есть, да, такие? Замечательно. Вот вы взяли фрукты, ягоды, смешали, сварили кисель. Получилось все вместе, да, вот в перемешку. А это просто получается такая гелеобразная, киселеобразная форма. Что такое суспензированный гель? Есть вот эта матрица, где четко знают, какое количество полезных ингредиентов туда поместили. Это все вот в четко в дозированных пропорциях. И за счет вот этой вот суспензии, взвешенного состояния частиц, можно достичь идеальной концентрации, которая будет поступать в клетки. Уловили разницу? Когда Джо Роквуд получил вот эти исследования, это все с его слов, он говорил об этом в декабре. Они решили сделать свои собственные исследования. В 2011 году провели исследование уже с суспензированным гелем Agile по веществу омега-3. И вы видите, что процент лучше усвоения 440%. Если просто суспензия нам давала, просто гель давал 330%, то суспензированный гель, он все равно идет на порядок впереди даже того, что сегодня есть считающегося прогрессивного на рынке. Понимаете, с каким продуктом мы работаем? Но это еще не все. Клинические испытания в Америке. Сейчас на этих исследованиях проводится защита научных работ, как сказал Джо Роквуд. Показывали усвоение витаминов, то есть водорастворимых. Мы смотрели жирорастворимые вещества, а здесь водорастворимые вещества. И это одно из исследований по витамину С.
Когда в таблетированной форме употреблял человек витамин С, концентрация его в крови уменьшалась. Почему это происходило? Организму нужно затратить энергию, нужно затратить силы, чтобы его усвоить. И свой собственный начинал расходоваться. Когда гелевый, и видите, потом поднялось, и вот на определенном уровне. В гелевой форме усвоение сразу пошло, с первой минуты пошло максимальное всасывание вещества. И мы видим, 700% превалирует над таблетированной формой витамина С. Представляете, насколько мощный наш продукт, и сегодня есть уже клинические испытания, подтверждающие это. А вот теперь мы вам расскажем о том продукте, который у нас появился, который является сенсационным, революционным. Просто, ну, мы даже с вами сегодня, наверное, 1/100 не можем представить, что этот продукт сделает для человечества. Продукт глютатион. Сразу введу вам пояснение в понятиях. Глютатион в фармакологии сокращенно идет аббревиатура, формула GSH. Так называется его фармакологическая вот формула. Продукт Agile называется GSH, но он содержит целый комплекс веществ, мы об этом чуть позже поговорим, которые запускают синтез собственного глютатиона в организме. Два разных понятия. Это не глютатион в чистом виде. Глютатион, который вы будете употреблять, вот кушая через рот, он в организме не усваивается, он разрушается в желудочно-кишечном тракте. Вот эти понятия нужно разделять. Итак, мы начинаем разговаривать с людьми из разных сфер деятельности. Говорят, мы не слышали про глютатион, мы не знаем про глютатион. Вы что тут придумали? Я была просто в восторге, когда мы зашли в Google. И точно так же каждый из вас может набрать в Google просто, что такое глютатион, почитать. Вот мы прям пишем глютатион, допустим, иммунитет, глютатион, состояние печени, глютатион. Какая вам задача? Интересно посмотреть, как влияет на те или иные обменные процессы. Вы каждый может с этим разобраться. И глютатион – это вещество, которое было открыто в 1888 году. Более 100 лет уже ведется изучение по этому веществу. И сегодня исследования ведутся в разных странах мира. Но это еще не все. Сайт Национальной библиотеки США. Вот он так и выглядит будет, когда вы на него зайдете. PubMed. National Liberty of Medicine. Это официальные данные медицинских и биологических исследований собираются там со всего мира, на этом сайте. Посмотрите, слышали вещество кордицепс? Да. Сколько о нем говорят? 702 научных статей, научно доказанных исследовательских работ в этой базе данных. Фукаидан, наш любимый фукаидан, который есть в продукте Юми. И мы видим, что когда он только появился у нас в компании Agile, было 500 статей. Сегодня здесь более 1000 статей уже о фукаидане, о его пользе для клеток иммунной системы, противоонкологической защиты, восстановления при сахарном диабете, восстановления опорно-двигательного аппарата. Коэнзим Q10, об этом знают уже все врачи, правильно? Да. Говорите им об этом. Коэнзим Q10, 4000 статей. В этой научной базе данных. И мы сегодня, он у нас на слуху, потому что научно доказана его польза в организме. Витамин Е, витамин С, все знают о его пользе. Ну, уж хотя бы слышали, что это полезно, и знают, что если говорят, то значит, за этим есть исследование. Посмотрите, что касается глютатиона. Более 100 тысяч научных статей о глютатионе. Если мы о нем не слышали, это не значит, что он не изучен в научном мире. Ученые сегодня доказали, ища вот этот механизм, что же приводит организм к старению, а что к омоложению, они уже открыли эту молекулу глютатион. Они ее исследовали со всех сторон, потому что узнали, что именно глютатион отвечает за процесс омоложения организма. Другой вопрос, что никто его не мог создать, так, чтобы мы могли увеличивать его в организме. Итак, на январь 2013 года более 105 366 статей. Вот сегодня уже о глютатионе много известно. Опять же, у нас уже на телевидении о нем говорят. Вы можете найти в архиве видео передачи о самом главном. От 14 декабря 2011 года есть передача, в которой говорится о глютатионе, что это польза для наших клеток, что он защищает наше старение, запускает процесс омоложения. Как же все это устроено и как же все это работает? Давайте посмотрим. Первое, что вы себе записываете. Глютатион необходим нам как еда, кислород и вода. Это то, что нам необходимо в организме. Как кислород, вода и еда. Это база для нашего здоровья, для нашей молодости. С возрастом после 20 лет
глютатион начинает уменьшаться. И мы видим этот график, что этот процесс вот идет на спад. А когда он у нас быстрее расходуется в организме? Когда мы болеем, когда мы подвержены стрессам, когда мы дышим тем, чем мы дышим с вами, к сожалению, мы не живем с вами в горной природной местности, где все прекрасно, чистый воздух, горная вода, и поют птички, и у нас нет никаких стрессов. То есть вот этот наш темп жизни сегодня оказывает большое влияние, глютатион быстрее расходуется в организме. Воздействие токсических веществ. Милые дамы, кто пользуется лаком для ногтей и лаком для волос? Лаком для ногтей? Мы тоже пользуемся. Особая категория. Ну да, мы с вами живут ваши мужчины, кто этим всем дышит? Они тоже, да? Вот. Сами не курите, в окружении кто-то курит? Я курю. Глютатион падает в организме от этого. Вот. Что происходит дальше? Лечение, какие-то лекарственные препараты очень сильно заставляют наш глютатион расходоваться. Он, в принципе, расходуется во время болезни. Это научно доказанные вещи. Заболевание, глютатион начинает просто снижаться быстрее в несколько раз. То есть, а когда мы еще лекарства пьем, еще быстрее. Что делает глютатион в организме? Это клетка, ядро, сама клеточка. Приходит свободный радикал, видите, такие здесь... как агрессивные пятна попали на клетку и хотят ее разрушить. А глютатион нейтрализует. Все, убирает их. В результате клетка остается здорова. Поехали дальше. Что сделала компания Edge? Мы когда приехали с Америки, и нам сказали, что глютатион есть, заходим в интернет, пишем глютатион, значит, чтобы почитать о нем, и находим, что у нас, оказывается, в российских компаниях тоже предоставляют якобы глютатион. Ну, странно. То что-то не так. Американцы, если они заявили, то это так и есть. То есть это железо. Вот для меня на сегодняшний день это железно, потому что с большой цены, когда делает заявление американская серьезная компания, которая имеет большую перспективу на будущее, они прежде чем что-то сказать, они все это проверят на миллион раз. Оказалось, это научно известный факт, что когда ты в таблетке сделаешь глютатион, он разрушается ферментами в желудочно-кишечном тракте, а именно ферменты щеточной каймы энтероцитов разрушают. Это я для врачей специально сказала, чтобы они не думали, что мы что-то придумываем. Вам просто надо понять, что в желудочно-кишечном тракте. Разрушается. И смысл его глотать-то так, он все равно распадается весь, он уже даже не усваивается в кровь. Что сделали ученые компании Edgel? Поместили вот в этот маленький пакетик глицин, аминокислота, она в принципе полезна. Вы слышали, чтобы люди в старшем возрасте кто-то глицин употреблял, чтобы спокойнее быть, чтобы хорошо спать, замечательно. Глютамин, аминокислота, второе составляющее, и цистеин, это тоже аминокислота, которая очень полезна для наших волос, ногтей, состояния кожи, вообще комплексно для организма, для центральной нервной системы, для того, чтобы ощущалась бронхолегочная система хорошо. В медицине используют цистеин просто для того, чтобы способствовать восстановлению легких у людей после перенесенных бронхолегочных заболеваний. То есть тут можно по каждому ингредиенту отдельно очень много говорить. Вот. Это базовые три момента, которые дают в конечном итоге синтез вот этой молекулы глютатиона. Видите, как строительные кирпичики для глютатиона. Но, чтобы глютатион синтезировался, нужны еще вещества, которые будут помогать нашим клеткам. Одни будут чистить печень, чтобы в гепатоцитах хорошо синтезировался глютатион. Другие будут запускать этот процесс как каталитическую реакцию. Третьи будут тоже, там у них у каждого свой механизм действия. И сюда поместили кордицепс, расторопшу, масло семян сафрола, имбирь. И еще верцетин, альфа-липолевую кислоту, селен, витамин D3 и витамин С. Но, сказали бы, но почему вот это же все в таблетках нельзя пить? Или там в пластинках, да? По сути-то. А теперь мы вспоминаем тот слайд, где я вам показывала усвоение. Да? Гелевая матрица позволяет вот этот вот особый рецепт в таком же виде принести, доставить в клетку. Таблетки, капсулы на сколько процентов усваиваются? 10, 15, ну 20. И трудно вот эту пропорцию создать, чтобы в клетках этот процесс запустился. Самое главное, чтобы у нас с вами процесс же запустился, глютатион начал синтезироваться. Гелевая форма позволяет вот в таком виде, в неизменном виде, доставить вещества в клетку. Что сказал Джо Рокут в Америке, когда мы были в Америке в 2012 году на Edgel World? Он сказал, что
вы можете знать рецепт пирога, да, вернее, знать ингредиенты. В пирог входит мука, яйца, там, сахар, молоко, да. Но чтобы пирог у вас получился, вы должны знать особый рецепт. Правильно? То есть, если все это просто смешать, получится ли пирог? Вряд ли. Так вот, Эджил знает этот рецепт, то есть такой состав вот этих веществ, в таком количестве, в таких пропорциях, а сама гелевая форма, то есть вы можете даже эти пропорции вычислить в таблетированной форме, но в таких пропорциях из твердого вещества не дойдет до клетки. Что-то там потерялось, что-то здесь потерялось. Здесь вы, гелевая матрица, вот эта вот трехмерная матрица, вот она здесь, да, картинка, она позволяет доставить все в таких пропорциях в клетку, и тогда наши клетки синтезируют собственный глютатион. Про каждый еще могу сказать немножечко. Сафроловое масло обладает способностью сжигать жиры, особенно жиры на передней брюшной стенке. Да, то есть люди, которые начинают употреблять GSH, продукт компании Edge, замечают побочный эффект, хороший, что сжигаются жиры. Смотрите, кстати, лекарственные препараты. Одно действие и целый перечень противопоказаний, да? А здесь у нас с вами продукт работает для пользы, и целый перечень еще будет полезных веществ. Имбирь обладает сильным противовоспалительным свойством. Горло, да, там и так далее, сосуды улучшает. Вот. Кордицепс, у него тоже очень много полезного действия для иммунной системы. То есть каждый из этих ингредиентов будет еще давать пользу для организма. Вот. То есть мы посмотрели, какая же все-таки вот интересная формула вот этого продукта. Да? То есть вот целый комплекс веществ. И самое главное, чтобы вы поняли, они запускают синтез собственного глютатиона, потому что гелевая матрица, и только гелевая матрица, суспензионный гель, позволяет доставить все эти вещества в нужной пропорции в клетку, и тем самым этот процесс сохраняется. Вот. Что происходит? Вот подводя итог, да? Все ингредиенты вместе сохранили этот особый рецепт максимального усвоения, синтез собственного глютатиона в организме. А теперь мы с вами поговорим, что он с нами делает. Так, рекламная пауза прошла. Приготовьтесь теперь к тому, что является сенсационным. Музыку, пожалуйста. Что является сенсационным? Почему этот продукт нужен каждому, кто умеет дышать? Когда мы с вами дышим, 90% кислорода у нас идет на обменные процессы, на нашу жизнедеятельность. 10% кислорода играют злую шутку в нашем организме, они наносят вред. Перевожу теперь на тот язык, который вам будет понятен. Вы разрезаете яблоко на срезе, оно что происходит? Темнеет. Темнеет. Почему? Окисление процесс происходит, да? Вы берете железо, машина ваша красивая, вам ее поцарапали, сняли вот это антикоррозийное покрытие. Что в этом месте будет с машиной, с вашей машиной? Ржавеет. Почему? Процесс окисления. Вот что делает кислород, да? Так вот, в наших клетках глютатион является этим самым антикоррозийным покрытием. Представляете, когда у нас теряем мы его? Что происходит? Стареем. Стареем. Вот он, процесс вот этот запускается. То есть вот 10% кислорода запускает именно вот этот процесс. Там сложные названия у свободных радикалов, научно это известно, какие именно образуются, именно из кислорода. Так вот, именно для них глютатион является защитой. Он не дает им разрушать свои собственные клетки. Понимаете, что происходит? Это эволюционно сложенный антиоксидант в нашем организме. Это не антиоксидант извне. Это свой собственный. Кто знает лучше, свой собственный или извне который? Конечно, собственный. Он знает, где, в каком месте, какую дырку латать. Факторов, которых сегодня повреждают наш организм, вызывают вот это вот тяжелое воздействие, еще дополнительно очень много. То есть мало того, что кислород, которым мы дышим, это делает, да, при дыхании, еще выхлопные газы автомобилей, дым от сигарет, электромагнитное облучение, микроволновки сюда входят, сотовые телефоны, компьютеры. Это все влияет на то, что дополнительные свободные радикалы, которые устраивают стресс. Что делают в принципе антиоксиданты? Они дают свободный электрон, в результате нейтрализуют эту молекулу-вампир, свободный радикал, который кусает наши клетки, собирая у них электрон. То есть ее накормил свободный радикал, он уже теперь не голодный, а счастливый, пошел, сытый. Мужчину с утра не накормите, что он вам будет скорее делать? Включать.
С утра это на весь день. Да, он будет сильно голодный, да. Он не голодный будет, он злой будет. Да, злой. Не путайте это состояние. Голодные радикалы, они такие злые, ходят и подоткусывают везде, всем жизнь попортят нашим клеткам. И клеточной мембране, и ДНК. Если ДНК повредили, что будет? Будет рождение здоровых клеток следующих? Следующее поколение может быть при больной ДНК здоровым? Нет, конечно. Вот. То есть глютатион, он вот защищает, он эту защиту нам выполняет в организме. Вот теперь по поводу ДНК. Это специфическая защита наших собственных клеток. Именно на уровне ДНК. Восстанавливает, то есть глютатион дает восстановление ДНК, так как это белок, а белок участвует в процессе репликации молекулы, то есть копирования молекулы ДНК, вот, то есть это непосредственный такой элемент этого процесса. И вот он нормализует, то есть следующая ДНК будет уже правильно восстанавливаться, мы чуть позже об этом поговорим, вот, восстанавливает эти имеющиеся повреждения. Смотрите, что происходит, когда у нас уровень глютатиона падает. Вот есть красивая картинка, да? Красивая фотография. Вы хотите сделать с нее ксерокопию. Но она уже немножко была смазана, картинка, да? Что-то в ней не так. Следующая ксерокопия получится хорошей? Нет. Нет. А если следующая, после той, которая уже была смазана, следующая ксерокопия еще хуже будет. А еще следующая вообще ничего не поймешь. Точно так же наши клетки. Вот она здоровая клетка была. За счет свободных радикалов какой-то сбой произошел в организме, да? Вот клетка больная уже стала. Она дает следующее потомство еще хуже, следующее еще хуже, следующее еще хуже. В результате приехали. Вот. А это вот процесс старения. Это научно доказанный процесс сегодня. Что делает глютатион? Восстановил клетку, и все последующие клетки рождаются здоровыми. Ксерокопии вот этих клеток идут хорошего, отличного качества. Вот его основная работа на уровне ДНК. То есть ваш организм будет омолаживаться. Что он еще делает? Это было одно действие как антиоксиданта на уровне ДНК, защита нашего ДНК. Второе очень сильное действие, которое у него есть, это восстанавливает и защищает, значит, уже те антиоксиданты, которые есть. Допустим, вы съели витамин Е. Пусть вы его получили из фруктов или из наших любимых продуктов. Например, гло, обалденный. Я его очень люблю, потому что кожа и волосы с него становятся просто... Вот всем бы женщинам так, как конфеты, и мужчинам тоже, да? А мы кушаем. То, что вы кушаете, по вам видно, да. Да, даже раздаем. Вот. При коробке раздали же зал. Значит, витамин Е. Витамин Е, у него одна из функций – мощный антиоксидант. Когда он нейтрализует голодного свободного радикала, он сам становится голодным. Но он не такой агрессивный, как тот свободный радикал. В медицине это называется каскадный механизм, и каждый антиоксидант может отдавать свой электрон, то есть более сильным, становясь менее таким сильным. Вот. Что делает глютатион? Он восстанавливает опять в боевой строй витамин Е, витамин С, витамин А. Он отдает им свой электрон. Представляете, вы съели витамин Е, он отработал, но если вы параллельно съели глютатион, ну, продукт GSH, глютатион у вас восстановленный, то ваш витамин Е дважды, трижды сработает в организме. Классно? Процент получается эффективности не 100%, да, а 300-400% эффективности. То есть действие любого продукта будет увеличиваться в несколько раз с этим продуктом. Еще одно интересное свойство, я когда его прочитала, я была просто в восторге. Глютатион сам себя восстанавливает в организме. Представляете, не то, что он другие восстанавливает, он сам себя еще восстанавливает. Вот это здорово, вот это классно, да, то есть он вот так работает, что восстановит все. Таким образом, омоложение будет идти постоянно. Как хвост ящериц. Что мне? Что мне тебе? Как хвост ящериц. Ну, наверное, да, можно и так предсказать. Официальные... Нет, клетка живая. Официальные данные компании Agile Enterprises. Я была очень тронута, что руководство компании, первые люди, кто пробовал этот продукт, были руководство компании Agile Enterprises. То есть не кто-то там, да, а вот люди, которые стоят во главе нашей компании. Крэг Брэдли, Джефф Хиггинсон и другие представители. Официальные данные, то, что измерялся уровень сывороточного глютатиона в тест. Показывает
показывали процент увеличения сывороточного глютатиона в организме. У разных людей, посмотрите, у разных людей шло по-разному. У кого-то всего на 2% увеличилось, у кого-то на 20% глютатион в организме. В среднем 10% шло увеличение. Обращаю ваше внимание на что? Посмотрите, первый месяц прошел. Повысился ли резко глютатион? Нет. Как люди говорят, я съел одну коробку, и, ну, не все, многие очень чувствуют продукт. А есть люди, которые говорят, я скушал продукт и пока ничего не почувствовал. Дорогие мои, он хотя бы должен дырки залатать, те, которые есть в организме. Хоть немножко восполнить тот уровень, который есть, поэтому в крови вы его не увидите много. И только к концу второго месяца, видите как, она же не по прямой, она вот так полого идет, эта кривая, начинает увеличиваться в нашем организме. Вот только к концу второго месяца вы что-то можете говорить, что да, вот я чувствую этот продукт, действительно, кто никогда не кушал наш продукт. Смотрите, научно доказано, что за один год мы теряем в среднем 1% глютатиона. В зависимости от того, в каком месте мы живем, каким стрессом и лекарством мы подвержены, у нас процент этот расходуется быстрее. Но если за один год мы теряем 1%, то за 10 лет сколько? 10. Если по официальным данным, употребляя 2 пакетика GSH в день, люди, которые кушали этот продукт, в среднем увеличили свой биологический возраст на, вернее, процент глютатиона на 10%, соответственно, и биологический возраст за 10, на 10 лет, за эти 2 месяца, вот это 2 месяца исследований. Еще делает глютатион в организме, дает нам колоссальный заряд бодрости в организме. Наши внутренние структуры митохондрии, это в наших клетках есть, скажем так, электростанции, митохондрии, они вырабатывают энергию, энергию АТФ. Если у них есть защитный слой глютатиона, они вырабатывают ее на полную мощность. Научно доказано, что когда глютатион снижается в организме, наши электростанции снижают выработку энергии, потому что они просто могут взорваться от такого количества энергии. Понимаете? Когда мы кушаем и у нас глютатион в порядке в организме, то митохондрии работают на полную мощность. Вот это одно из функций. То есть, если вы хотите чувствовать себя полным сил, чувствовать много энергии, иметь хорошую работоспособность, глютатионом эту функцию восстанавливать. Что делает еще глютатион в нашем организме? На уровне печени это очень мощный очиститель. Он очищает печень и кровь. Каким образом? В молекуле глютатиона есть атомы серы. Сера как пылесос цепляет на себя, как липучка цепляет на себя токсины. Причем очень важно, что это токсины после химического воздействия, радиационного воздействия, химия, лучевая терапия и так далее. То есть вычищает просто печень очень хорошо. Научно доказано, кстати, это было написано методическое пособие для врачей за 2010 год, что если количество глютатиона в организме снижено, то наша печень не способна нейтрализовывать токсины при приеме лекарственных средств. То есть лекарственные препараты будут оказывать более тяжелое повреждающее действие на печень, если глютатиона в организме меньше. Это врачи официально там изучают, когда смотрят побочные действия лекарственных препаратов. Это научно известно сегодня. С точки зрения иммунной системы, помогает улучшить образование лейкоцитов, лимфоцитов, значит, помогает защищать иммунные клетки. Но что еще делает? Представляете, когда иммунная клетка встречается с инфекционным агентом, она же выбрасывает вещества, которые должны его разрушить. Так вот, наш глютатион – это собственная защита иммунной клетки, чтобы вот эти токсические вещества не разрушали иммунную клетку. Когда глютатиона не хватает, запускается процесс аутоиммунных процессов. То есть, когда иммунная система сама себя начинает разрушать. Научный факт. С точки зрения онкологии, с одной стороны, помогает укрепить иммунитет, с другой стороны, восстанавливает синтез ДНК, еще восстанавливает и нейтрализует свободные радикалы, но при этом, с точки зрения онкологии, запускает образование тумор-некротического фактора, то есть вещество, которое само разрушает онкологические клетки. Поэтому у людей будут идти хорошие результаты с этим продуктом и здесь. С точки зрения обменных процессов, нормализует работу щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы. Есть научные работы, показывающие уровень метаболизма глюкозы, взаимодействует именно с глютатионом, то есть улучшается состояние при сахарном диабете. С точки зрения зрения, значит, глютатион защищает, здесь нет этой картинки, защищает хрусталик глаза от развития катаракты. С точки зрения сердца, восстанавливает показатели крови, снимает уровень холестерина, снижает, укрепляет работу сердечной мышцы.
Но с точки зрения кожи, это тот эффект, который вот я прочувствовала буквально с первой недели. Кто, может, кушал тоже продукты, мы потом услышим результаты. То есть идет просто великолепное воздействие на кожу. С одной стороны, кожа высветляется. И в современной косметологии используют инъекции с глютатионом, подкожное введение, чтобы осветлять кожу. Да? Есть такой механизм, так мы здесь изнутри этот восстанавливаем фермент, который приводит к омоложению, к осветлению кожи. Плюс идет улучшение упругости и увлажненности кожи, вот именно с глютатионом. Плюс глютатион блокирует фермент протеин киназу С, который разрушает волосяные фолликулы. То есть волосы не будут выпадать. То есть когда достаточно глютатиона, наши волосы становятся крепкими. Вот, тоже это здорово. Поехали дальше. То, что касается спорта, потому что люди из спорта спрашивают, а мы какие-то особые результаты можем получить? Да, можете. Сокращается время восстановления при физических нагрузках, уменьшается усталость, увеличивается сила, выносливость и энергия. И процесс метаболизма, обменных веществ, смещается в сторону сжигания жиров и набора мышечной массы. То есть это еще и скульптор тела будет для нашего восстановления здоровья. А вот теперь наши результаты, это наш вам подарок. Мой муж Николай решил все так вот достоверно проверить. И просто мы брали видеоролики Agile TV. У нас у компании есть замечательная традиция раз в неделю выставлять свой новый ролик Agile TV. И он брал фотографии нашего любимого и дорогого президента компании и вырезал оттуда, как бы вот делал фотостоп, фотоснимок как бы из этих видеороликов. Видите, это за год так поменялся Крэг Брэдли. Нам ребята говорят, мы думали, что это какая-то... борода выросла? Какой вы внимательный, я даже не обратил внимания. Я как женщина, чисто кожа стала лучше, морщины, тургор кожи лучше стал, да? То есть видно, что процесс омолаживается. А вы, кстати, не знаете, сколько ему лет? 70 с копейками. 70 с копейками, да? Вот. Дай бог, чтобы у нас мужчины 70 выглядели так, год, agile. GSH. Хотя он кушает весь другой продукт, и мы видим часто, что Крэг Брэдли кушает этот продукт. То есть вот человек, который возглавляет нашу компанию, мы видим за год с ним изменения. Поэтому те, кто начинает кушать продукт GSH, не поленитесь, сделайте свою фотографию. Потому что когда вы будете хорошеть на глазах, и через несколько месяцев, а видите, а так говорит, 8 месяцев кушать продукт, вот, чтобы вы получили хороший результат, вы будете хорошеть, вы скажете, что же я тогда себя не сфотографировал, чтобы люди видели разницу. Понимаете, сделайте хорошую фотографию. Следующий слайд. Второй человек, который в компании кушал продукты и был в эксперименте, Джефф Хиггинсон. Я уже упоминала, что он нормализует обмен веществ, и в результате, учитывая программу Fit Challenge, которую делал Джефф Хиггинсон, минус 40 килограмм его результат. И мы увидели в Америке совершенно другого уже мужчину, статного, красивого. Он и так красивый, да, но тут он был стройный, подтянутый. Вот результат. Классно? Вот это продукт GSH. 2 пакетика в день. Поехали дальше. Что говорит, что мы услышали от Рэнди Гейджа в Америке? Он сказал такую фразу. Когда я стал кушать продукт GSH в свои 50, я стал играть в футбол так, как я никогда раньше не играл. У меня столько сил и энергии появилось, хотя он кушает наш продукт и великолепно себя чувствует, но это качественно новое состояние организма, и я не хочу его терять. Я буду кушать GSH, он сказал об этом со сцены на Agile World. Я буду кушать этот продукт, чтобы чувствовать себя так же великолепно. Замечательный человек еще в нашей компании, Вера Менщикова, которая вот подарила нам эту фразу. Спасибо вам большое, Вера, за это. Хотите себя в 90 чувствовать на 35, выглядеть на 35? Это теперь наш продукт Agile GSA. Просто скажи. Еще назад. То, что мы получили уже с нашими дорогими друзьями, с кем мы работаем вместе, провели изначально измерение биологического возраста. Александр Запольских, это в Челябинске молодой человек, ему 50 лет. Он уже 3 года кушает продукт Agile. Когда изначально брали его биологический возраст, определяли, 37 лет его был биологический возраст. То есть наш продукт Agile сработал так, что организм, в принципе, уже по биологическим процессам соответствовал моложе. 3 месяца употребления продукта Agile GSH он кушал по одному пакетику. Мы тогда не знали, что надо по 2 есть. Теперь мы все кушаем по 2. Да, минус 5 лет биологического возраста по данным компьютерной диагностики. 32 года в 50.
Это значит, что обменные процессы... Я вообще в детский сад должен пойти. А я в клетку залезла. Тоже минус 6 лет биологического возраста. Человек, который не верил в продукт вообще, начал кушать продукт, минус 6 лет биологического возраста за 3 месяца. То есть это то, что вы сами можете проверить. Как принимать, часто задают этот вопрос. Интересно вообще, как его принимать? Конечно. Джо Роквуд сказал очень просто. 2 пакетика в день во время еды, утром, вечером. Можете утром оба съесть, можете утром, вечером съесть. Вот. 8 месяцев, видите, уже, не, та позавчера сказала, я написала. 8 месяцев нужно кушать продукт, я быстро учусь. Нет, это только клинический эффект. Вот. А внешне, так всю жизнь. Да, конечно, чтобы получить этот эффект. Так-то, естественно, как бы вот нужно кушать, чтобы быть здоровым, молодым, красивым. И вот теперь сравнительный анализ. А то, детям что... можно? А, отвечая сразу на ваш вопрос, что мы, если глютатион в организме человека после 20 лет начинает падать, да, то, соответственно, вроде бы маленькому ребенку этого не надо. Так условно, да, мы рассуждаем. Когда мы в Америке получили этот продукт, это наша старшая дочь, ей сейчас тут 3,5 года, мы ей дали продукт, она сказала: мама, я не хочу это кушать. Но, когда так случилось, что она из садика пришла немножко такая простывшая, да, то есть пришла, и вот видно, что ребенок заболевает. Я открываю ей пакетик GSH, она с удовольствием его выпивает. То есть, когда вот такой был какой-то стресс для организма, ребенок сам интуитивно понял, что это польза, колоссальная польза для организма. Это я вам говорю из своего опыта. Вот. Давайте проведем сравнительный анализ. То, что сейчас упоминал уже Атам Амедов. Инъекции с глютатионом, это звезды Голливуда используют. Сейчас в Европе, в Америке это используется. Инъекции с глютатионом до 16 тысяч долларов за курс. Самое интересное, это внутривенное вмешательство. Это возможность заражения какими-то заболеваниями, раз. Да? Во-вторых, условия хранения этих капсул должны быть очень специфические. То есть, если во время транспортировки капсула имеет какой-то неправильный температурный режим, то состав уже внутренний, что вводится, неполноценный, не будет работать. Плюс, это то, что написано конкретно при вот этих капсулах, читали аннотацию. Плюс, имеется большой перечень противопоказаний. И плюс, за такие деньги готовы ли большинство людей вот так омолаживаться? Да, то есть это только кто-то, и то это, опять же, очень такой спорный метод, хотя эффективность у него очень хорошая, как бы вот как звезды Голливуда на себе испытывают. Ну, я считаю, что когда есть что-то лучшее, более вкусное, более полезное, ну, надо это использовать. То, что сегодня используется у нас в косметологии и в Москве, и в других городах России, и по всему миру, это инъекции подкожные. Мезотерапия идет инъекция для омоложения. Я взяла средний разбег цен, возможно, в Москве здесь еще выше, то, что вот в среднем нашли. От 100 до 500 долларов за инъекцию, за один раз уколоть. Это в Москве только на консультации. Да? Без укола. 10 сеансов 5000 долларов. И что мы достигли? Внутри, вот тут вот только личико у нас чуть-чуть подтянулось. Надолго ли? А как закончится действие, так и закончится, да? Что делает GSH? Посмотрите, мы кушаем 2 раза в день. В месяц у нас получается это стоит 160 долларов. В день это 5,5 долларов для себя любимого. То есть сколько? 160 рублей. Посмотрите, сколько людей может кушать этот продукт. Это же вот вообще копейки для себя любимого. У вас в кафе покушать чашка чая стоит дороже. Не то, что там кофе. Кофе еще дороже. Но... Самое интересное, что происходит? Восстанавливается свой собственный глютатион, организм омолаживается не только вот здесь, кожа подтягивается, все это уходит. Во всем организме идет процесс омоложения. У нас специалист, которого мы приглашали для того, чтобы сделать исследование вот в динамике, она говорит: я в шоке, я такого не видела никогда. Какие бы программы по омоложению люди не запускали, я не видела, чтобы шло омоложение по всем органам и тканям. Это диагностика ее показала. Говорит: я такого никогда не видела. Мы, конечно, боялись, мы хотели получить хорошие результаты, но когда мы услышали со слов постороннего для нас человека, что это просто что-то невероятное, у нас выросли вторые крылья с этим продуктом. А вот теперь... Про глютатион закончили, теперь отвечу, что там и та. Я просто стою и думаю, господи, сразу рассказать, уже на слайд включать. Или вот по поводу аминокислот, потому что у нас еще появился один великолепный продукт. Продукт, который несет колоссальную пользу для нашего организма. И чтобы вы легко понимали, о чем идет речь, в нашем организме 20 аминокислот.
Из них уже, вот из комбинации этих аминокислот, получается более 2 миллионов различных белков. Смотрите, одна аминокислота, ну как формула, молекула, вторая молекула, третья. И вот их 20. Вот в зависимости от того, как они между собой комбинируются, получаются разные белки. Если одной какой-то не хватает, белок уже будет неполноценный. Посмотрите, вот он, один, да, одна аминокислота, в данном случае аргинин. В третью позицию встал. Видите, сюда пошел. Все, при синтезе уже совершенно другой белок, совершенно другая функция. А у нас с вами в организме более 2 миллионов различных белков. Посмотрите, какие у них функции в организме. Они многообразны, они разнообразны. И понимая вот эти функции, вы поймете, почему и для кого этот продукт сегодня просто должен быть на столе для завтрака, для ужина, для того, чтобы не только получать удовольствие от этого великолепного шоколадного вкуса, но и при этом нести колоссальную пользу для наших клеточек. Значит, ну давайте по порядку. Гормоны. Гормоны в нашем организме бывают разные, но часть из них – это белковые молекулы. Инсулин, гормон роста и другие гормоны, они белковой природы. Если у нас с вами не хватает какой-то аминокислоты, то, соответственно, белок вот этот вот не может синтезироваться правильно. И возникают сбои в обменных процессах. То есть мы обязаны получать полноценные аминокислоты, чтобы наш организм правильно синтезировал все гормоны. Это первое. Второе. В организме человека известно около 2000 ферментов. И все ферменты представлены белковой молекулой. Это все белки. Они выполняют более 4000 функций в организме, белки, вот эти ферменты. Это переваривание пищи, синтез новых веществ и так далее. Самое главное, что даже процесс образования новой ДНК контролируется ферментами, белками, именно белковой природой. То есть если мы с вами недополучили аминокислот в организме, то эти процессы не могут быть полноценными. Защитные белки – это интерфероны, это иммуноглобулины, защита, наш иммунитет. Да? Организм это вырабатывает, но он может это сделать только когда мы получаем полноценные аминокислоты в организме. Вот эти кирпичики, да, из которых строится в конечном итоге белок, должны поступать к нам полноценно. Плюс фибриноген. Вот мы порезались, кровь побежала. Да, чтобы остановилась эта кровь, у нас вырабатывается особый белок. Фибриноген, он тоже защитный. Если не хватает, то, соответственно, будет и свертываемость плохая. Все это нужно понимать. Вот двигательные белки, или сократительные их называют функции. Актин. В наших мышцах 15% мышечной массы человека – это актин. Он состоит из последовательности. 375 аминокислот должны сложиться в одну цепочку, причем правильно. Вот. Второй белок – это миозин. 60% мышечной массы составляет этот белок. Он состоит из 2000 различных аминокислот. И мы думаем, что это нужно только спортсменам, у которых должны быть крепкие мышцы, красивая атлетическая фигура. Дорогие мои, если у вас крепкие мышцы, у вас не будут болеть суставы. Потому что, ну, как бы, вот это все комплексно должно быть. Потому что тогда у вас крепкий опорно-двигательный аппарат, то есть еще помогает за счет этого. Это очень важно. Плюс сократительные белки участвуют в процессе деления клеток. То есть когда идет расхождение хромосом, вот здесь тоже сократительные белки, другие участвуют. То есть белки, мы должны понимать, что их функция в организме очень велика. А структурные белки, здесь вообще фантастика, они основа нашего организма. Коллаген, это упругость, хорошая кожа наша, упругие, чтобы не обвисали, морщинки уходили. Это крепкие связки. Суставы, хорошая фиксация опорно-двигательного аппарата. Кератин – это хорошие волосы и хорошие крепкие ногти. Эластин – это хорошая сосудистая стенка. Сосуд не будет эластичный. Эластин – даже название такое. Еще есть структурные белки. Они образуют фосфолипид. Сейчас, Атар, я буду учиться. Просто. Мягче. Проще. Белковая мембрана клеток, она содержит белок. И вот этот белок, он в каждой клеточной мембране присутствует и не один, то есть определенная функция. Если не хватает, соответственно, клетка не может полноценно работать. Питательные белки, развитие плода, рост нашего организма. Кому нужны протеины? Исходя из функций, сразу примеряйте, кому нужны эти продукты, чтобы восстанавливались эти функции. Осмотическое давление, то есть когда
отеки вот спрашивают, могут быть отеки, не отеки и так далее. Как бы элементарно, белков в крови не хватает, и уже нарушаются вот эти обменные процессы. Кислотно-щелочной баланс тоже находится частично под контролем белков. Гемоглобин, знаете, это транспортная функция белков. Переносит что? Кислород. Посмотрите, какой уникальный состав у нас с вами в нашем великолепном продукте ПРО. Целый комплекс аминокислот, плюс здесь есть еще витамины, здесь есть еще минералы в этом продукте. Но вам здесь вот написали, это есть на каждом коробочке, на каждом пакете ПРО, какой состав, что туда входит, в каком количестве. Все идет нервная ложечка, 34 грамма, то есть это порция для человека. Для взрослого человека два раза вот таких стаканчика, либо с молоком, либо с водой, либо с соком. Чем вам больше нравится, вы можете кушать этот продукт в день. Ну, вот это больше с водой, а мне больше с молочком понравилось. Кому-то, кому как. Но самое главное, что вы должны понять, что когда наших строительных кирпичиков в организме достаточно, вот этих аминокислот поступает, то, соответственно, организм будет себя чувствовать как? Великолепно, все функции будут работать. Посмотрите, мы думаем, съели мы кусок колбасы, мы съели вроде как, что, белок, да? Мясо мы поели, белки, но там есть мясо, белок сам как таковой. Организму нужно все это переработать еще, да? Мы поели консервированные рыбки, но сейчас же удобно, зашел, купил консервированную рыбку уже, да? Готовить не надо, солененько, вкусненько. Получили дозу канцерогенов, всех вот этих веществ, а мы думаем, что мы ведь белок поели. На самом-то деле, да? Здесь нам уже дают, посмотрите, переработанные, расщепленные аминокислоты, уже готовый строительный материал для того, чтобы наши собственные белки могли запускаться в синтез и работать во всем организме. Ну, и подводя итог, сегодня мы вам рассказали о двух великолепных продуктах. О одном из них это просто, конечно, сенсация, ноу-хау. И я очень благодарна компании, что он вообще появился, продукт GSH в нашей компании. Вы знаете, что теперь есть продукт ПРО, это великолепный аминокислотный комплекс, витаминно-минеральный комплекс для организма. И хочется, конечно, не могу не сказать об этих продуктах, которые тоже есть. Продукт ГРИН, детоксикация организма, очищение за счет вот этого мощного очищения происходит вывод токсинов из организма. Мы услышали замечательную историю, как женщина начала искать для себя вещества, которые помогут ей вывести последствия химиотерапии и магнитного воздействия, электромагнитного воздействия из организма после контрольных исследований на томографах и так далее. Оказалось, что все, что ингредиенты она нашла, они есть в грине. То есть Джо Рок вот такие продукты нам создал, которые несут себе пользу сразу, максимально всего, что можно только придумать и выбрать самое лучшее. Комфортное очищение, вкусный комплекс антиоксидантов, экзот, 2,5 килограмма фруктов, скульптор фигуры, фит, стройнеем, набираем вес, что вам надо, задачу поставленную с этим продуктом, комфортно, эффективно, вы можете контролировать этот процесс, фит, коррекция веса, вкусненький иммунитет, содержит пользу фукаидана, целый комплекс витаминов, минералов, обожаю этот продукт, он необыкновенно вкусный и необыкновенно полезный. Хард, здоровье для сердца. В Израиле сказали, был бы только этот продукт, то с этим продуктом бы компания уже стала миллиардной, потому что сегодня поддержка для сердечно-сосудистой системы с этим продуктом обеспечивается максимально. Си, вот сегодня мы о нем немножко сказали, и моя родная сестра звонит мне ровно через неделю, как она кушает этот продукт стала, она говорит, Маша, за неделю я могу почувствовать, что зрение стало лучше? Конечно, можешь, потому что Джо Рок создал такой продукт, в котором ингредиенты восстанавливают работу сразу всех структур глазного яблока. Лучший продукт 2010 года, как лучший маркетинговый ход компании продукт Гло, салон красоты у вас в кармане. Маленький пакетик, который омолаживает ваш организм каждый день, удобно, просто, вкусно. И мужчины говорят, у нас пяточки и локоточки стали гладкие. Мужчины об этом говорят. Другие говорят, у меня седина уходит, у меня цвет волос восстанавливается, у меня волосы крепкие становятся, кожа увлажненная. А кто-то его подключает к программе GSH совместно, потому что мы уже услышали, что комплекс на эти продукты работает еще мощнее. Чистка печени, восстановление кожи, то есть у всех вот в организме будут проходить великолепные процессы. Он – это такая мягкая, но очень комфортная энергия для наших клеток за счет комплекса целых трав и питания наших нервных клеточек. Такой продукт тоже есть в компании. Лучший продукт 2007 года в Америке – Flex, восстановление суставов.
тотально восстанавливает, и воспаление снимает, и хрящ улучшает, то есть идет великолепный эффект. И есть крем для наружного применения, тоже флекс здесь. Косметика, лучшая в 2008 году косметика, впервые гелевая косметика появилась на рынке в доступном виде, вообще для нас с вами, высочайшего качества косметическая линия, которая есть у нас в компании. Продукт омега-3. У меня год, старшая дочь не хотела пить. Я не буду это пить. Я говорю, надо. Теперь она говорит, мама, дай мне мой любимый рыбий жир. Потому что вот организм чувствует эту пользу, да. А младший он и так его с удовольствием кушает. Мы дали маме недавно попробовать. Она говорит, рыбий жир я не буду. Я говорю, мам, давай попробовать. Она выпивает и говорит, вкусно. Я говорю, так еще полезно. И ведь питание головного мозга, и поддержка сердца, и иммунной системы. Все в одном пакетике. Ну и вот первую часть лекции я так интенсивно читала, потому что она этот продукт Вольт дал, я его, извините, выпила. Вот с Вольтом. Значит, когда я пью Вольт и иду на тренировку, я на одном дыхании, вдох сделала, проплываю 30 метров спокойно. Когда я не пью Вольт, только половинку. И мы с мужем обсуждаем, он говорит, не может быть, чтобы так увеличилось. Я говорю, да может. Он помогает насытиться кислородом, да, быстрее и больше. И вот резервы организма начинают работать более интенсивно. Там в 4 раза больше кофеина, чем в кофе. Вот. То есть вот собственный результат. Но это еще не все. Хотите еще результаты все еще сильнее, чтобы были? Да. После Нового года, кто на Новый год хорошо покушал? Все. Ну, конечно, 2 января я стою на весы. Они до сих пор скидывают килограммы после этого. Да. 2 января я стою на весы, я понимаю, что пора уже взяться опять за себя конкретно. Коробку грина за неделю я выпиваю. То есть это по 3-4 пакетика каждый день за 7 дней. Это глубокая очистка организма. Плюс GSH по 2 пакетика как очищение. Плюс Юми, чистка лимфосистемы еще усиливается. То есть это вот программа глубокой очистки организма. Ну вот, все вместе, да. И через неделю, когда я прошла эту глубокую очистку, я прихожу на тренировку, а я пью только пол пакетика Вольта. Мне вот как-то достаточно. На сутки хватает. Иначе бассейн из берегов выходит. Вот. Я выпила эти свои пол пакетика, я сутки летала вот с пол пакетика после очистки. Я представляю, я сейчас тебе один пакет дал. Я вот целый съела, да, простите. Так вот. На очищенный организм вот эти пол пакетика сработали так, полтора. Понимаете, вы хотите максимальный есть результат, вы хотите, чтобы организм вот на полную мощь работал. Вообще, вы даже не представляете, сколько это энергии. Мне девочки сказали, мы возле тебя на акваэробике рядом вставать не будем. Бассейн из берегов выходит. Ты, тренер говорит, как ты прыгаешь быстрее их в 2 раза? Я говорю, ну просто продукт, говорю, вот и все. Потому что мы у нас у всех руки, ноги, голова, все одинаково. А вот этот продукт восстанавливает нашу естественную природную способность работать на 100%. То есть у вас изменится вообще внутренний настрой, вот это желание жить. У вас появится желание путешествовать, наслаждаться этой жизнью, делиться с друзьями такими возможностями. Понимаете, когда вы кушаете продукт, ваш организм просто великолепно работает на качественно новом уровне. Это здоровье, которым только мы могли мечтать. И меня когда спрашивают, ты не жалеешь, что ты ушла из медицины? Я говорю, нет. Я благодарна Господу, что у меня есть такая возможность, Эджел, где я могу быть здоровой, где мои близкие могут быть здоровы. Да, это не однодневный процесс. Да, нужно научиться следить за своим организмом, правильно его питать, понимать, что происходит в ваших клетках и чувствовать, как это все запускается. Но сегодня, благодаря компании Эджел, у нас есть с вами такая возможность. Поэтому, если вам интересна эта информация, кто сегодня пришел впервые или впервые слышит эту информацию, обратитесь, кто вас пригласил, возьмите дополнительный материал, вы уже попробовали продукт, можете сегодня его прям приобретать, поэтому это здоровье, которое действительно здоровье для наших семей. А мы вам желаем здоровья, счастья, любви, процветания, всего самого доброго. И благодарю каждого, что вы здесь, потому что именно благодаря вам появляются силы и желание нести эту информацию людям. Поэтому нам нужны ваши результаты. Делитесь результатами. И я не знаю, у нас есть еще результаты, которые здесь хотели бы мы сказать. Вот Галина сегодня уже с анализами бежит, говорит, у меня все великолепно. Ты лучше скажи, сколько тебе лет. Да, пожалуйста, вот результат. Давайте, Борис говорит, что тебе 18. Вот у меня с собой биохимия. Как зовут, сколько лет? Меня зовут Галина Рощина, мне 73-й год. И я делала биохимию 10 января. Когда я получила результат, то вот здесь то, что должно быть по норме.
а здесь то, что у меня на самом деле есть. Когда дочь посмотрела, она говорит: мам, такого быть не может, у тебя все пополам. Это все неправда. И гормоны тоже должны быть. Тут, я знаю, у одной моей коллеги, дочь, у нее было, зашкаливало гормоны 24-26. У меня 4. Мой возраст. Конечно, я ела 3 месяца подряд GSH. Помимо этого, я получила результат еще и на флексе. Почему? Я ела 10 месяцев, у меня высокое глазное давление. Один глаз 40, другой 38. Было? Был. 10 месяцев подряд я ела флекс, ну и сопутствующий там обязательно какой-то дополнительный продукт. И теперь у меня 21,4. 21,4, 23. И на этом же флексе я не могла ходить, считала ступеньки, было больно. Я думаю, что в дальнейшем будет еще классно. А вы моложе. У тебя же там лифт не работает, да что вы, даже а вы моложе меня, и вы получите результат более быстрый и более эффективнее. Ешьте продукцию. Меня зовут Павла Людмила, я продуктом пользуюсь уже 4,5 года. Когда познакомилась с продуктом, произошло снижение веса в течение 3 месяцев на 15 килограммов. И вот за это время весом не занимаюсь, правильное питание, очень нравится, как выгляжу. Мне 47 лет, и мне возраст тоже не дает. Возможно, все. Вот теперь мы вам точно желаем много здоровья, счастья, любви, процветания, изобилия. Всего вам доброго.